Доброе утро. Меня зовут Лосинок Евгений. Я директор сети Viking Touristic. Сейчас мы находимся с вами в Турции, в регионе Бодрум. Будем осматривать отель Бодрум Бич. Отель маленький, ресепшн маленький. Ресепшн идет по кругу. Вся территория 1, 2, 3, 4, 5 горок, 6, 2 бассейна, 3, один маленький, и вот сразу порт, пляж. Попросили снять гида. Бунгало трехэтажные, помимо основного корпуса. Главный ресторан. Посмотрим быстро, что здесь есть, пока ребята смотрят номер. Это завтрак. Суп один, хлеб, тосты, сыр. Знаете, достаточно для данного отеля. Выбор блюд. Яйца, картошка, булочки. Булочки здесь. Яичница, омлет, блинчики. Омлет, яйца, сок, чай. Пусто. Все, это все, что здесь есть. Отель небольшой. 1522 ларч номер. Ванная комната. Одна раковина. Туалет. Здесь душевая кабина. Обычный душ. Двухъярусная кровать. Ламинат. Одна большая кровать. Телевизор. Есть чайный уголок. Балкон. Балкон средних размеров с видом на деревья, на территорию, на соседние номера и с боковым видом на море. Ну, даже прямой, скорее всего. Еще раз тот номер. Кондиционер. Здесь сплит. Номер 1524 Family. В Family есть своя кухня. Холодильник. Плитка. В первой комнате у нас диван, телевизор, балкон с видом на дорогу. Двухъярусная кровать. Комната отделяется от второй комнаты дверью. Здесь одна большая кровать, плазменный телевизор, покрытие ламинат, ванная комната такая же, как и в соседнем ларч номере, душ, заходим, здесь обычный душ, тропического душа нету. Номер 1523 стандарт, одна большая кровать, ванная комната маленькая. Одна раковина, фен, тоже душевая кабина, такая же, как во всех номерах. Душевая кабина красивая, плитка интересная. Чайный уголок, балкон средних размеров с видом на территорию отеля и опять-таки на море, на порт. Еще раз. Территория, здесь бар, бассейн, водные горки, вот она вся территория, тренажерный зал сверху, вот территория отеля, это вся, состоит из таких бунгал. В принципе, номера нормальные для уровня этого отеля, для его цены.
по питанию на завтрак еда была, кушать будет что. Друзья, если вам был полезен данный видеоматериал, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. С вами был Лысинок Евгений. Обязательно пишите комментарии, что вам понравилось, что не понравилось, что вы хотите видеть в новых обзорах, какие страны вы хотите, чтобы мы посетили для вас. Викинг Туристик. Проверенное качество отдыха по выгодным ценам на viking.by.